Нет, я на пару минут отойду, пока кошка заходит. Так, ну что, видим? Да, ты все зашла? Да. Где наши? Ага, все. Поехали. Отчет пишем. Ребята, так, мы на Ру-7. Заходите, поехали с нами в рандом. Кто с нами попадет в один бой в противнике? И убьет игрока под ником Супермалютка, при этом напишет кодовую фразу, тот получит 500 голды. А также вы можете выиграть голду, отвечая правильно на вопросы на Твиче. Отсчет будет вестись на канале в игре, который называется ESL TV. Давай, киска, диктуй, я буду писать. Танюш, куда поедем? Направо, налево? Вот ребятки с нами попались уже. Поехали. Танюшка, ты тут? Да, посылаю ник. Давай. А ты этим занимаешься, да? Поехали. Ну да, мне так удобнее. Ты знаешь, что Гранд, Курт и Секатор попали с нами в один бой? Теперь... А, да, конечно. Прикольно. Конечно. Вот молодцы. Все реально, ребята, все реально. Сейчас убьют меня и получат 500 голды. Ты едешь? Я поехала сюда на... Не, по... не скажу. Да, не на борщах. Мама, я в телеке. Прям на борща еду. Зачем? Прям на трех борщей. Все приветы передают мамочкам своим.
Где там мои борщи-то? Что они далеко не ездят. Ох ты, еще я с тобой не пробьет. Ох ты ж, вот они, дорогушки. Стоят там все вместе. Ой, еще я и промазала. Ой. Ай-яй-яй. Так нечестно. Убивайте его. Последний борщ остался. Давай арту. Ну что такое, мажу я. Ну зачем ты специально лезешь? Я? Да. Ну вот А как ребята попали к нам-то? Вы в ТС-ке? Ира, поздравляй Курта, который убил тебя. Ура, поздравляем. Поздравляем. Танюш, бери танк.
считаем. Ты всех победителей отправил уже. Тань, ты меня слышишь? Ребята, привет, кто к нам присоединился. Тань. Да. Ты что такая сегодня неразговорчивая? Зинитая. Нормально. Все, поехали, отчет. Девчонки, поедем сюда. Ну что-то не уж сложно без модов играть. Тань. Что, Ира? Ты меня не все вопросы слышишь, да? Ну ты-то как-то тихо говоришь, что у меня просто еще малые орудия. Ты меня настрой погромче. Давайте потом. О, КВ-13, погнали. Давайте его паттерны забирайте. Отлично. В этот, в башенку командира ему стреляй. Блин. Вообще.
Думаете, раздавлю, нет? Ну что у вас там? Ну что, победа у нас там. Я на ключи вопросы задала. Ага. Я тут сегодня с каким-то праздником поздравляю, думаю, вот с таким. Берите танки. Ира, ты послала имя Курта? Свете? Да. А я прототипа взяла. Чем все-таки я возьму? Предупреждаю. А я вроде это сказала же. Надо будет потом моду установить, как-то без них не очень. Угу. Ой, без моды вообще плохо. Вот, привыкли с модами играть, да? Ну, если честно, думала, без модов будет там блинк поменьше, там ДС поменьше. То же самое. Угу. Поэтому есть смысл их не ставить. НСМ, помоги Гору. Коур. Сейчас поможет вам наша Леночка. Коур, помоги Гору. Сейчас я встану в свои любимые кустики. Главное туда доехать.
зря, наверное, Ленуська туда встала. Вместо ПТшки. Только оттуда уехала. И да, ты точно перезапустила? Угу. Нету? Ничего себе, не пробило.
и разойдись, как машины ключи есть у меня. Тебе написали, какой номер имеет симфония, написано, что закончил в блокадном Ленинграде. Номер 7. Ира, это я знаю. Я спрашиваю про стрим, он идет или нет? Да, идет, идет. У меня уже тормозил. Пятый идет, а стрим нет. Ну что, берем восьмерки дальше. Может, на меньших танках поездим? Поехали на пятерках, на них веселее. Да, конечно. Только не знаю, что брать. У меня любимых пятерок нет. Ну, возьму. Ребят, вопрос еще будет. Поехали. Вон у нас Маркова Марина. Давайте, девчонки, вербуйте. Танюха. Я что, вербовщик? Никуда не поеду. Буду здесь тусоваться. Хотя у меня какой-то буду базу охранять. Видимо, вся команда подумала так же, как и я, и осталась вся на базе.
Все, поехали базу захватывать. Блин, вылезла. Ну что, там у нас победа? Ой! Девчонки, берите танки. Давайте повеселее. Мы с вами так, девочки, тяжело к обновам привыкаем, да, к таким изменениям. Вы говорите, так тяжело все. Никак не можем сосредоточиться. Получить удовольствие. Ну что?
по мне, лучше бы сделали на выбор либо 7.42, либо 7.54. Там бы уж и играли. Это, что-то как бы вообще не очень интересно получилось. Никакой тактики, получается, нет. Либо ты вас защищаешь, либо штурмуешь. И все. Бред какой-то. Да, не совсем привычный режим. Ну, это, блин, либо ты демпфер, либо, получается, не знаю, ну, никакой вообще нет тактики. Ну, как бы, никакой, как это, одно и то же самое, это неинтересно. Две базы. Фу. Кому такая бредовая идея в голову пришла? Лучше в старую вернуть все-таки. Не работает, не смотрит. Нет, интересно. Что? Что, Ира говорит? Да, думаю, Эмиль поднимется, нет? С колен. Блин, а что ты нас в селёдку закинул? Ну, это нормально. Порядок. Чтоб Хэл отошел. Отходи, убегай отсюда. Только свети, только. Ну, если трусишка, ужас. Турлей, зачем полез? Он этого и ждал. Ты что-то не за 12. Плохо так без модов, не видишь ни дамага, ничего, никто по тебе сколько чего выбил. Надо.
Не пробил. Броня не пробита. Попадание. Не пробил. Броня не пробита. Нет, вы там не стоите, потому что я проехала вперед, миллион светило нам. Ты его и так видишь. Кого? Эмиля. Какого Эмиля? СД Эмиля. Нет, я его не вижу. Там стоишь в районе базы. Я ВК-шку выцелила. А? ВК, говорю, выцелила. Чего? Не успела. Что? Давай захвати базу уже. Гом. Ну, быстрее, чем она захватывается, я никак не захвачу. Вот Черчилль хороший там. Такой фиг пробьешь. Девчонки, ставьте танки. Последний бой? Нет. А до скольки мы сегодня? Мы еще час. А? Еще час, говорю. Я не могу, мне надо в магазин бежать. Если только вы меня в обводе поддержите, я сбегаю на минут 15. Ну что, погнали? Хорошо, я мальчишек возьму с собой, кто захочет покататься. Что? Я говорю, пока тебя нет, да, мальчишек возьму покататься. Потому что мы сегодня с тобой до 8 должны сидеть. Вот рискнуть или не рискнуть, я успею или нет залететь на горочку сверху. Что-то боюсь, что не успеем. Девчонки, вы меня только прикрывайте, пожалуйста, сзади. Налево. Едем налево. Я на горку. Это Кирюшка? Я думаю, молочка отбегать.
Маленько-маленько-маленько. Я так очкую. Ура. Сейчас посмотрим, кто там есть. Чувак, огнетушитель покупай. Нет, молодец. Засечу, ни от кого не интересно. На 20 лет. Сейчас он засветит. Бросили у нас Ленку одну. Блин, что там Джексон? Тебе надо помогать Ленке, они сейчас ее заберут. Ира, пока я доеду, они ее точно заберут. Лена, отъезжай назад. Я не успела и так отходила. А, я видела, так быстро ты отходила. Ну, я побольше пробитий сделала, поэтому видно, куда стрелять. Не выезжай, не выезжай, он сейчас выйдет сам. Кошечка, он твой. Да вряд ли. И не пробивай его. На сустов вытягивай. В нижнюю броню. Ну, я знаю, куда его пробивать, просто как получается, так и бью. А, у меня же тоже есть такой черчик. Отлично. Что, красотка. Ну так, немножко есть. Тут обилка мне какая-то собака. Сейчас там будет быть помощь нужна. Да, я посмотрела без модов, что с модами, даже с модами, по-моему, пинг меньше, FPS больше. Джексон у нас, конечно, в команде вообще... Нина Петровна? Да, точно. Местный лошарио. Это вообще жестокий человек.
Но у него танк быстрый, и получается, я на Черчилле должна была ехать в магазин. Светить ему, да? Да. Потому что он ПТ. Убейте уже этого пацана. Опа. Что ты за человек сделала? Все, давай, иду из-за... Сейчас тебе, кстати, на Шорн будет встречаться, так что имей в виду. У него там, по-моему, что-то 20 с чем-то процентов. Танюш, девочек будете приглашать? Отлично. У нас какая-то кнопочка играет, кобра. Ну, напиши им. Давай. Пятый уровень — это танк для фарма. Вот заодно сейчас мне на Т-30 заработаем. Наконец-то созрело для Т-30. Ну так мне теперь денег не хватает его купить. Ага! Деньги, да. Наверное, хуже всего. Не говори-ка. Мне, например, золото жалко переводить, ну, на деньги и там на опыт. А мне кажется, эти девочки уже ушли в ангар. Скорее всего. Если они убиты. Кобра-то вон на Су-5 еще играет. Может, она стесняется в женский клан вступать? Не знаю. Давай, Танюша, захвати базу. Блин, пока я до нее доползу, блин, мне кто-нибудь другой захватит. Вон тай 58 там. По-любому где-то арта там же. Вот тебе. Mm-hmm. Давай артышечку. Я уже что-то забрал. Давай писать письмо. Блин, ну и косая! Сейчас все будет. Блин! Зараза! Ну, тебе помогут, ну, я думаю, что тебе помогут. Ау, не пробили. Сейчас Джексон пробила. По крутому заедет задницу ему там пиу. Блин, да... а у меня опять медаль будет в расчете. Да. Круто. Блин, девочки, отойду на два боя в плане в магазин бегаю. Не выкидывайте там воду. Хорошо. Thank you.
Обалдеть, я в первый раз на этой карте. Ты сегодня попадала? Я уже туда и посмотрела, что такое более-менее место для тяжи. А кошечка че не поехала? Ясно. Да, а, вижу. Я еще пока не просматривала. Молодец. А кого лучше? Их тут много. Да, надо в интернете посмотреть, что это за карта. То есть, получается, Танюшка отошла ненадолго, да? Нет, нету. Ну, я могу попытешить. На ПТшке? На этой нет, у меня пушка не топовая. Давай тогда... Ну, бери десятку, я Леву возьму.
А что, там попал кто-то с нами? Ну вообще да, так слиться круто. За 4 минуты.
я видела. Только он намного быстрее. Да, ребята держатся. Что брать? А вот арта у меня есть пятого. Что мне ничего не пишется даже после этого обновления. Я расстроилась, что вообще мне так не понравилось. Блин, не могу разговаривать. Поехали. Может, просто привыкнуть надо? Мне так тяжело. Я пока не знаю, посмотрю, куда тяжи поедут. Нам на пятом только крысятничать. Что, ребята на пятом не хотят играть? Ты думаешь, я что-нибудь поняла, что обновилось? Я? На карте я только с тобой была в первый раз. Да-да. Ты все, что ли, сбегала? Ну да, быстро. Да. А что еще поменялось? А, я еще никуда не заходила. Единственное, я увидела... Я только увидела в режимах, что у нас теперь есть две базы. Но я обычно играю уже только в обычном режиме. Нет, я имею в виду без встречных.
Валю. Проблема в том, что я еще ни в чем не разбираюсь. У меня и ребят нету, те, которые могли бы что-то рассказывать или показывать, или Ну что, как у вас с победами? Да не знаю, Танюш. Да мне не очень сегодня все это нравится. Потому что мы с тобой без модов играем. Да я еще из-за КБ расстроилась очень. Я так люблю в него играть. Да ладно! Ой, было бы за чего. Я и так люблю в него играть. Тут видишь как. Найдешь статистов, они тебя научат. Угу. Маньяк не захотел учить меня, учиться и вообще. Почему он должен тебя учить? Потому что ты его подружка, а я твоя подружка. Все логично. Он меня не хочет учить, будет тебя учить. Все логично. Поэтому я не напрашиваюсь. Су-152, ты видишь, что захват у нас? И что ты едешь назад, езжаешь? Вперед, родной! Так чё ты разворачиваешься, едь вперед? Ты же перезарядился. Ой, дурак. Ой, я не могу. Успокойся. Ладно, чё тыкать, победа наша. У них там всего один на базе, а нас трое. Так можно, чтоб вообще не было.
дуралей. Покрутился по кругу. Ой, не могу. Что за... Что-то у меня опять все слетело. Я то, что пишу, ничего не видно. Поехали. Давай я все-таки... Кого взять? Ты тоже давай бери. Возьми ты кого-нибудь. Ну, у нее прямо десяточки нету еще. Лена, возьми кого-нибудь. Во что там? Ребята просят взять десяточки по-серьезному? Кошка, куда поедешь? Погнали налево. Там сотка, наверное, будет. Хэвик будет с 7... А, и 7 100% будет. О! Где? Ну, вот здесь. Это я не поеду. А чего ты не поедешь? Я боюсь. Мне надо, чтобы кто-нибудь из тяжа со мной поехал. Я там не знаю. Я очкую. Да не очкуй, мы уже столько раз профукали сегодня бои. Ну. Сейчас. Ну все, не пофукали. Ой, надо ставить моды. Ничего не знаю. Девочки, я на базе потанкую. Конечно, конечно. Стоит никуда ехать. Спрячься где-нибудь за горой. Покури. Ты знаешь, так точно. Сегодня мы катались взводом с этим, со Штормом. С моим другом. И он сказал, так, что... Так, мне телефон. Угу. Зацеливать в меня. Вот, видишь, там и 7, и 8 там. Танкуйте, девчонки. Надо его на гостю посадить. А-а-а. Я промазала. Нет, не надо. Блин, пацаны, вылазьте, пожалуйста.
еще. Вот мне сейчас задницу так бабах. Блин, ну пацаны, ну какого черта вы меня оставляете одну? Вот как можно было слиться? Ну вот как? Почему у нас есть 8 слился? Не помог. Листаю. Это все ты виновата, Татьяна. Из-за тебя нас десятком бросила. Гнали, что ли, на мостик? Танюш, ты где? Чат надо забрать. Ну,
Сори, мама звонила. Девочки. Да-да. Вот. Танюш, что такое? В смысле? Так сегодня как-то не это. Я как-то вообще не видела. Угу. Даже не весело. Мне без модов даже не весело. Ну что, комп тормозит как дурной. Сегодня вообще капец. Очень смешно. Он гад передом встал и что, я ничего не сделала. Дайте. Ответ. Я читала тут бредни одного товарища. Ой, какие наивные люди. Ты читаешь? Да, я вижу. Подожди, дай отправить имя. А то опять будет возмущаться, что голдаем не пришла, неправильно начислили, имя не послали. Если наши коты изменились еще больше, что нам тогда делать? Продать его. Я не могу без него. Он мне так дорог. Ты должна найти себе вторую любовь. Вторую любовь. Да-да-да. Да ёпта. Должна быть вторая любовь. Ну почему нас не могло вкинуть в топ или хотя бы к семеркам? Почему к восьмеркам? Ну что это за день такой сегодня? Ну что это сервер, не знаю, не любит нас. Что делать-то? Как дурочки сейчас поедем на горку, да? Я вообще не могу. Ну как так, а? Бой начинается. Слушай, может это не мне просто взвод надо создавать? Это я такая невезучая. А кому-то другому?
О, первый раз не так. Нейра, срочно модуль устанавливать. Срочно. А вроде мы потом олень поставишь, еще хуже, когда видишь, кто в команду попадает. Прям какой-то замкнутый круг. Не говори-ка. Вот посмотри, они сейчас будут со мной рядом стоять, стреливаться. Конечно. Ничего мы с тобой не умеем без модов делать, да? Это такой прицельный человек. Но ты 15 будет не проблема. Я помазала лошара. Да, что точно. Ой, у нас тут и семечки жарят в доме, так пахнет вкусно. Кушать хоть захотелось сразу, да? Нет, на системах. Как ты тут сбежал? Подслушивал? Его поставили посматривать, он еще не подслушивает. Кого? Нас. Ира, туда нечего ехать, там восторг. Поехали обратно. Ира, нечего ехать сливаться, мы никого не пробьем. Блин, может из 6 нам посветит, а? Ага. Он, ты сорок. Ха-ха-ха-ха, как он у меня. Ты, блядь. Ну, 6 вот сам вообще. Вон гель едет на базу к нам, поехали. Поехали, поехали. Ведь нам тут закон сказать. Ой, это творят, следующие капусты перережут. Ай! Да я не могу. Быстрее. И Курт тут сидел, подслушивал. Ах, гад. Ай, красавица здесь. Ой, что там не собачил. Ой, ты 44. 44, а? Сейчас это 15 будет выезжать. Ой, попа еще стоит. Давай, 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 перезаряжайся. Еще. Да. Как-то сначала было очень печально. Разворачивайся. Ну да. Давай на квадрат 1G. На, помочь. Ой! Мамочка! Я, кажется, я выстрелила была куда-то в неизвестность. Ой-ой-ой. Нет, давай, забирай его, забирай! Ты быстро! Ну ты смотри, как ты его. Сейчас он меня выстрелила. Блин, кружи его в жопу, забирай! Ура!
На что уходим? Давайте, ребята, до завтра. Сейчас будет турнир. 7:54. Никуда не уходите. Будет интересно, будет много голды. Ну, всем счастливо. Ты прощаешься, нет? Да.